Говорили больше не о вине, а о бытовых проблемах. Местных жителей давно волнуют очереди в старый детский сад. У нас, где Дом культуры, рядом строится красивое такое красочное здание, которое мы думаем, что будет детским садом. Только мы дождаться не можем, когда двери распахнутся этого детского сада. Я там сегодня уже был. Вот глава района, его было заверение, что 1 апреля туда пойдут дети. И мы там увидим детей и услышим детский крик и детский смех. Губернатор лично поехал посмотреть, как идут работы в новом детском саду. Здание возводили долго, сейчас осталось установить внутри оборудование. Садик рассчитан на 280 мест и должен помочь ликвидировать актуальную очередь. На территории размещены 12 игровых площадок. На втором этаже есть залы для занятий физкультурой и музыкой. И вот это тот инструмент, в том числе в этом детском садике, который позволит этот талант пробудить. А вдруг это будущие великие композиторы здесь, в нашей глубинке. Губернатор также посетил сельский культурно-социальный центр. В него входят две библиотеки и Дом культуры. В декабре закончили его ремонт, установили новые кресла, обновили фасад и переделали систему пожарной безопасности. На все работы ушло больше 2 миллионов рублей.